Новосибирске только насыщенный день, что я жду там. Я как-то вырвалась. При этом я друзья, недавно летала в Питере. Я здесь экскурсию заканчиваю. И через 70 метров вас покину. Поэтому большое вам спасибо за внимательные глаза, за интерес. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что вам понравилось. И у вас есть еще секунд 30, чтобы задать мне какой-нибудь каверзный вопрос. Что самое лучшее в Норильске? Вот ответить, что самое лучшее, вот вы не поверите. Погода. Я очень не люблю жару, поэтому лето мы проводим здесь с супругой, а зиму в Сочи. Понимаете? Я там работаю, да, и сейчас у нас там начинается ночь РГО. А мы направимся, я предлагаю коллегам заехать, у нас есть еще немного времени. Мы заедем на... Спасибо вам большое. Сейчас я... Да, было очень интересно, познавательно. Спасибо. А еще раз, пожалуйста, представьтесь. Стрючков Станислав Анатольевич. Стрючков через Ю. Стрючков Станислав Анатольевич. Вы можете набрать неизвестный на риск. Да. Вот, а можете набрать Стрючков. Все угодно набирайте, меня там много. В общем, господа экологи, простите, что я... Спасибо. Коллеги, вот так что ставим. Если из-за нашего насыщенного графика вот просто не получается рассказать про агентство, но у нас есть полчаса до ресторана. Я предлагаю заехать на один из проектов, который мы реализовывали. Это центр цифрового образования детей на территории, который открылся. И мы пообщаемся, там детей нет, уже занятия как бы закончились. Но я думаю, что будет интересно посмотреть. Это проект новый, это тема развития территории. И там очень крутой коллектив, не знаю, кроме руководителя, будет кто-то еще или нет. Познакомлю, тоже интересные разные штуки. Сегодняшнего мероприятия Mercedes-Benz.
Мы вещи... Мы вещи пока в автобусе оставляем, да? Нет, мы, наверное, автобус отпустим. Потому что нам отсюда нужно будет вот эти... Как у Джо Кокера, что ли? Вот там, да, там все равно. Там много вариаций за тему. А что-то вот так на улицу посмотришь, что-то тепло вон там, вон, девчонки, смотри-ка. Даже не заморачиваются. А, то есть в таком состоянии включается мозг. А где, кто сказал, что у него нет?